Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня уже 27 октября. Если вы слышите, то за стенами теплицы у меня завывает ветер. Я пришла собрать очередную порцию витаминной зелени и хочу последний раз рассказать о подогреве. Конечно, в это время можно было бы уже его выключить и бросить, но так как я вот раскушала вот эту зелень, о которой я говорила, что сколько лет веду огород, никогда не знала, что сидираты можно кушать людям, что они полезные и вкусные. И я решила не выключать пока обогрев до тех пор, пока не съем все. Вы видите, у меня вот эта плантация еще целая, целиком. Тут, конечно, тут где я попаслась, тут уже все срезано у меня. Но так как я хожу сюда за вот этой, за микрозеленью так называемой, я же смотрю температуру и хочу поделиться с вами. Потому что изначально я-то думала как? Я думала, что я включу обогрев. У меня сразу на следующий день земля согреется. Но сейчас опять почитав, послушав умных людей, которые используют много лет вот такие системы подогрева грунта, я узнала, что люди включают заранее, за полмесяца, даже за месяц, если живут в холодном регионе. И вот у меня он... Я же ждала на второй день результатов, на третий. У меня сейчас он окончательно раскочегарился. И когда я вам показывала... Ой, там буря вообще ужасная на улице. Когда я вам показывала, было 12 градусов грунта. Кто-то говорил, что, возможно, это еще земля не остыла, что она теплая, теплее, чем на улице. Вот когда был на улице снег. Но сейчас у меня температура грунта поднялась еще выше. 20... Нет... Ну пусть даже 19 градусов. 19 градусов. Ясно, что на улице у нас не 19 градусов далеко. Даже нет и 9. И вот это повышение температуры связано только с подогревом грунта. Тут у меня 4 градуса. Ну вот видите, сколько там... Нет, вру. 12. Вот лежит на этой... на полке 12 градусов, но возможно ему тоже, видите, тут пленочка вспотела, возможно это тоже влияние вот это подогрева грунта, потому что у нас сейчас на улице 4-5, я думала, что и в теплице также. И, конечно, до 20 градусов поднялось только за счет вот этого, так что вот это тестирование вот этих греющего кабеля, который мы делали вот так змейкой сами вручную, прошло удачно. Земля теплая, все здесь прекрасно растет. Но вторую половину, о второй половине в этом году я вам не могу ничего сказать, потому что мы сделали ее позже. И когда уже я посеяла очень поздно, и один раз включила, потом выключила, я не стала. Потому что тут уже есть что подогревать, а здесь греть пустые грядки. Сейчас все равно они долго не вырастут, но еще 3-4-5 дней нужно выключать. Эту буду испытывать теперь весной. Но я уже довольна, что хотя бы одна половина у меня испытана. Я точно знаю, что здесь подогрев работает. Как раз тот, в котором я сомневалась, про который многие писали, что это все бесполезно, то, что вот крутите вы вручную, ну, что будет мало толку. Оказалось, что толк есть. По крайней мере, вот сейчас осенние испытания проходят удачно. Но надеюсь, что весной он тоже меня не подведет. Я включу и буду получать здесь ранний урожай. Все, до свидания.